Золотые мои шахматисты, не расслабляемся, а решаем задачку. Сегодня подобрала для вас простенькую. Здесь ход белых, и они выигрывают. Если вы хотите побить ладью на c8, то нужно себя сдерживать, потому что этот ход ни к чему не приводит. Следует промежуточный слон d6. И если что, этот эндшпиль ничейный. Поэтому начинаем с шаха ладья d7. Король идет на e8. И теперь ходим ладья e7. Наша задача провести пешку d. Потому что если слон берет, мы делаем вилку d7 и проводим пешку. Если же король идет на d8, мы продолжаем нашу идею. Заманиваем короля под вилку. Ходим ладья e8 на король e8, d7. И следующим ходом благополучно проводим пешку и ставим ферзя.